Вряд ли кто-то мог подумать 3 года назад, что в волонтерский центр придет более 400 сочинцев старшего поколения. Все они, не задумываясь, записались в ряды добровольцев. К августу 2014 года они приняли участие более чем в 100 различных мероприятиях, как международных, так и общероссийских. В общей сложности добровольцы отработали 27 тысяч часов. Сами волонтеры серебряного возраста отдельно отмечают экологическое направление своей деятельности. Они регулярно проводят акции по уборке пляжа, а также по высадке цветов и кустарников. С большим удовольствием мой внук со мной тоже посещает все эти вот мероприятия. Да, это очень важно, потому что это такая преемственность поколения. Я считаю, что это замечательно. Это очень большие возможности для нашего возраста, как я как волонтер серебряного возраста говорю о себе, о своей группе. Для нас это очень интересно и открывает нам большие возможности. Сейчас перед добровольцами старшего поколения ставят новые задачи. Первые и самые надежные помощники города, как назвал волонтеров мэр, должны будут бороться с равнодушием. Уже на сентябрьской сессии городского собрания депутаты примут меморандум гуманитарного проекта «Я люблю Сочи», содержащий в себе 5 основных пунктов. Это вежливость и улыбка, доброта и милосердие, чистый двор, чистый город, спорт, музыка, культура и история. После одобрения данный меморандум предложат подписать жителям Сочи, как это было с хартией против курения. Задача гуманитарных добровольцев – объяснить горожанам, что любить свой город значит принимать участие в его жизни, в том числе приумножать его красоту. Любовь города будет заключаться в том, что мы сейчас начнем его приводить в порядок. Ну, во-первых, санитарная очистка, потом красить. Там, приводить порядок, но цель достигается тогда, когда люди с этажей спускаются, начинают хотя бы помогать, убирать в своем дворе. Мы тут всегда подчеркнуто говорим, я люблю мой город. Говоришь, люби, но по-настоящему, честно люби. Желание трудиться, активная гражданская позиция – это черты современного россиянина, отмечает глава города. И сочинцы не должны отставать. Увлечь горожан добровольчеством вызвались волонтеры. Они выразили абсолютную готовность стать агентами гуманитарной программы. Мне кажется, что наши олимпийские достижения, выраженные в материальном наследии, сегодня очень важно подкрепить идейным движением. Увлечь наших сочинцев добровольчеством, как вы это сделали, зажечь в них светлое чувство любви и уважения к городу, к его жителям и гостям, по-настоящему только. По мере развития проекта «Я люблю Сочи», уверен Анатолий Пахомов, современный курорт приобретет новое и важное звание – города добрых, ответственных и гостеприимных людей. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ВКТ.